Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 25 ноября. Память преподобного Петра Молчальника. Святой отец наш Петр родился в Понте от благочестивых родителей, с которыми прожил только 7 лет. Остальное время своей жизни в Любомудрии он провел прежде всего в Галатии. Потом ради совершенствования отправился в Палестину, где предался молитве и затем поселился в Антиохии. Затворившись в одном сарае, он, заботясь о своей душе, проводил время в непрестанных молитвах. Ничего, кроме хлеба, он не вкушал и кроме воды не пил, да и то в малом количестве через 2 или 3 дня. Он имел власть над бесами. Так одного человека по имени Даниила святой Петр освободил от беса. Исцеленный по наставлению и научению его святым Петром, сделался подражателем его жизни. Святой Петр отверзал очи слепым и исцелял различные недуги. Наставления он преподавал или письменно, или словесно. Своей святой жизнью он прославился по всей Антиохии и ее пределах. Прожив 90 лет, украшенный многими добродетелями и подвигами безмолвия, святой мирно отошел ко Господу около 429 года. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.